Так, добрый вечер. Разбираюсь в ситуации. Вынужден перемещаться немного. Есть какой-то файл с моим голосом записанным. Сейчас разбираюсь в происхождении. Вышел для того, чтобы вы меня увидели, что никто меня не захватил. И второе, мои докладывают, не скажу кто, но два российских танка вышли в сторону Херсона через там в районе Луча, где Шевченкова. Это конкретно те, которые два были. Про остальному разбираюсь.